Всем доброго дня и отличного творческого настроения. Предлагаю вам вместе со мной сделать вот такую вазочку из фантиков. В основе стеклянная баночка. Смотрится вазочка очень красиво. Делается легко. Давайте приступим. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного всем просмотра. Берем фантики. Фантики подойдут блестящие. Вот у меня целая коробка фантиков. Сейчас мы выберем, какие можно будет взять фантики. Так, вот смотрите, вот блестящий фантик. Такой фантик подойдет. Вот эти вот фантики. Такие. Такие подойдут. Эти тоже можно взять. Собственно, вот такие вот. Здесь с этой сторонки не очень блестящие. Такие я не беру. Эти тоже вот не надо. Эти подойдут, фантики. Этот не надо. Ну, в общем, такие блестящие фантики. Вот я приготовила фантики. Надо взять разных цветов. Стараться, чтобы все цвета были. Желтенькие, красные, зеленые, синие вот. Такие подойдут. Такие. Теперь эти фантики надо мелко нарезать. Я беру вот тарелочку. И фантики можно не по одному, а сразу по несколько так сложить. Сначала нарежем на полосочки. Так, тарелку пока отодвинем. На небольшие вот такие полосочки. Такие примерно. Теперь эти полосочки тоже по нескольку берем вместе, складываем и режем мелко, чтобы не разлетались вот в тарелочку. Вот видите, сколько я нарезала. Теперь еще можно даже вот немножечко, если видите где-то крупную, можно вот так еще подрезать. Теперь берем стеклянную банку. Такая у меня баночка. И клей ПВА. Я вот его вылила вот в такую емкость. И кисточка. Так. А наши фантики. Ну, вот на картонку я их сейчас немножко сначала соберу. Так вот.
Берем баночку и промазываем клеем. Наносим клей. Я сначала не на всю, а вот на одну часть. Там другая часть у меня уже пойдет верхняя. Так, сейчас я вот так возьму, так удобней. Вот так. Теперь приклеиваем, вот прокатаем вот так. Можно подсыпать. Так, сейчас еще добавим. Так. Продолжаем. Теперь наносим клей вот здесь, на эту часть. Здесь сразу на всю не надо. По частям вот немного я нанесла. И сразу сейчас присыплю это место. Можно немножко вот так рукой прижать. Дальше наносим. Также присыпаем. Дальше. Проверяем, где может не приклеилось, можно еще помазать клеем. Так. Вот здесь снизу я сейчас еще немножко помажу. Вот так вот получилось. Теперь надо подождать, когда вазочка высохнет. И вазочка подсохла. Такая получилась яркая, блестящая. Теперь ее надо покрыть лаком. Я использую лак для волос, обычный лак.
Вазочка готова. Можно ставить в нее цветы. Также можно живые цветы ставить, наливать водичку в такую вазу. На сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось, ставьте лайки. Работайте всегда только с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится.